Петулечки, всем привет! Погода шик, блеск, плюс 8 градусов, солнышко. Сейчас буду знакомить вас с учениками. Один у нас сертификатчик, другой наличник. За бабки. Пошел второй! Но стало получше чуть получаться, косячишь только иногда, траекторно, шире чуть едь. Давай, рассказывай для наших инстаграмистов. Кайф, надо еще. Ходить. Откуда ты взялся, как зовут? Друзья подарили из Москвы на день рождения подарок 2 часа, вот второй час катаем. Вот, второй час мы откатываем. Все, давай, помчали. Какое хорошее настроение сегодня. Влага дрифт решил сделать. Поеду буксану, а то вдруг кто-нибудь купит SX. Больше не получится на нем поездить. Так что самое время. А, дал прокатиться. Это сломает что-нибудь по-любому, а? Кто-то развернется, нет? Ты не развернулся. Господи. Значит, подвеска настроена, получается. Ну ладно, за 2,6 забирай. 2,4. Заскочил к пацанам на весы, на весики. Бабосов поднял. Шу! Все, всего хорошего. Да, весы такие, как, блядь, стринги мне. А, какие дела, ребятулечки? У меня все готово. Я завтра выдвигаюсь в сторону Краснодара из Москвы. У меня пустой кузов пикапа. Свободное одно машинное место на прицепе, поэтому если кому-то что-то нужно, не звоните мне.